Всем огромный привет! Я не просто решила прогуляться по лесу, я сейчас вам покажу, где находится маяк. Здесь вот такая огромная стрелка, низкие цены, мечта, реальность. Огромный гипермаркет «Маяк». Идем туда. Вот так это выглядит все издалека, и там вот в конце маяк. И вот я дошла до магазина, вот так выглядит вход. Сейчас мы зайдем с вами внутрь. Сейчас пока людей немного, берем тележку. Садитесь поудобнее, наливайте себе кружечку кофе или чая, и мы с вами пойдем смотреть. Всю бытовую технику, товары для дома я показала в прошлом видео. Если еще не смотрели, обязательно проходите и посмотрите. Кувшин Мелани из жаропрочного стекла, 1,2 литра. Подойдет как для прохладительных, так и горячих напитков. Крышка и ручка пластиковые. Написано, что есть разные дизайны, но пока я вижу только этот один. В крышке есть специальная сеточка. А буквально на днях в фикс-прайсе появился точно такой же кувшин, только без рисунка. И два варианта с черным и белым пластиком. Стоит он там 199 рублей, а здесь 160. Кружка из затемненного стекла, называется «Дымка», 43 рубля, объем 250 миллилитров. Суперские наборы, 3 предмета, вот с такими милыми фламинго. В комплект входит кружка 250 миллилитров, салатник 400 и тарелка 19,5 сантиметров. А здесь вы можете вырезать и раскрасить вот такие картинки. Изготовлен он на гусь-хрустальном, вот так выглядит кружечка. И еще салатник. Есть набор с львенком, вот такая овечка еще есть озорная, милый котенок и совенок. Нашла очень крутые десертные тарелки, которые называются «Колос», 19 сантиметров, фарфор. Посмотрите, как это все выглядит. По-моему, точно такие же тарелочки я видела в магазине «Ашан». Они очень красивые, очень качественно сделаны. На этикетке указано, что это фарфор, Китай. Ну, действительно, достойное качество. И цена, конечно, 106 рублей стоит такая тарелка. Обязательно посмотрю в Ашане, сколько они стоят. Следующее, это салатник «Колос». Диаметр у него 14 сантиметров. Так он выглядит, небольшого размера. То же самое, все очень качественно. Стоит 70 рублей. Следующая тоже очень красивая тарелка, марка «Коралл». 20 сантиметров диаметр, называется серия «Дикая роза». Материал написан «Стеклокерамика». Можно разогревать в микроволновой печи, мыть в посудомойке. И следующий значок указан, то, что это очень прочный материал. Такая тарелочка стоит 75 рублей. И из этой же серии «Дикая роза» есть салатник. Диаметр у него 12,7 сантиметра. Объем 275 миллилитров. Очень симпатичный, стоит 50 рублей. Опять же, здесь все в коробочках, все аккуратно, с бумажечками. Стоит очень много тарелочек от «Паша Бахче». Разных, смотрите, какие дизайны. Есть вот такой прозрачный, есть цветки маноэ, называется серия Бали, а эта серия называется Тропик. А вот такие тарелки были в фикс прайсе в прошлом году, вижу здесь телеканал Домашний, по-моему, они были на 8 марта, называется серия Семья. Еще один вариант, только она уже не прозрачная, называется Свит Орхидея. Следующая серия Жасмин. Все красивые тарелки, мне нравятся, стоят они по 75 рублей. Сделаны они из натрий-кальция силикатного стекла, и оно упрочненное. Еще один симпатичный салатник с цветком ирис. А диаметр у него 18 сантиметров, Китай. Материал написано фарфор. Вот так он выглядит сбоку, симпатичный. Тут все симпатичное, стоит он 66 рублей. По такой же цене есть глубокий салатник, называется «Красные маки». Девочки, здесь огромное количество влажных салфеток, которые называются «Сенсо» или «Сенсо». Салфетки универсальные и антибактериальные. Здесь их 100 штук в упаковке. Сделаны они в Беларуси. Состав можете почитать. Цена очень выгодная, 30 рублей. Есть салфетки «Киви». Здесь в комплекте их 70 штук. Стоят они 11,90. Размер у них 24 на 24 сантиметра, сделаны из целлюлозы. Не могу пройти мимо этого набора.
Здесь кувшин и 4 стакана по 285 миллилитров. Посмотрите, какие они яркие, сделаны аккуратно. И покажу графин. У графина, кстати, есть крышечка. Она вот такая резиновая, силиконовая. Выглядит все очень достойно. Это, конечно, Паша Бахче. Стоит 385 рублей. Кстати, точно такой же набор Паша Бахче Султана. Маленькие салатники, вот так они выглядят. Стоят в фикс-прайсе 199 рублей, а здесь 190. Увидела еще салфетки Аура для всей семьи, 200 штук в упаковке. И есть удобный клапан, стоят они 65 рублей. Огромный рулон, это полотенце бумажное, называется Сифионы. Удобная перфорация, можно легко открыть. Здесь 220 листов. Удобно то, что можно отрывать маленькими полотенцами. Они двухслойные, сделаны из 100% целлюлозы, и применять их можно практически везде. Длина всего рулона 50 метров. И стоит он 80 рублей. Еще один рулон полотенец, который здесь есть, от известной марки Плюша. Они двухслойные, суперпрочные, идеально впитывают. У этих полотенец длина 30 метров. И стоят они дешевле, 60 рублей. Еще классный, удобный рулон бумажных протирочных салфеток. Смотрите, как это все аккуратно упаковано. Есть даже ручечка. Экономят время, место и деньги. Они двухслойные, сделаны из целлюлозы, экологичные. Здесь их 500 листов. И немаловажный факт, что они остаются прочными даже во влажном состоянии. Здесь подробное описание, как их можно применять и где. Стоят они 185 рублей. Еще когда я проводила опрос среди покупателей, они сказали, что покупают всегда здесь памперсы детям. Давайте посмотрим, какие здесь есть. Вот такие памперсы-трусики. 12 часов защиты, рассчитаны на 9-15 килограмм. Вот так они симпатично выглядят. Это очень удобно для подрастающего ребенка. Цена на такие памперсы 935 рублей. Следующая упаковка, пятерочка, на 11-16 килограмм. Это просто памперсы-подгузники, 42 штуки в комплекте. И цена у них 500 рублей. Четверочка подгузников на 9-14 килограмм. Вот такая, 50 штук в упаковке, стоит тоже 500 рублей. Девочки, нашла еще вот такой пуфик, короб складной. Удобный, многофункциональный предмет мебели. Его простая конструкция, удобно в нем внутри хранить. Он прочный, выдерживает 150 килограмм. Его можно легко перевозить, занимает мало места. И большой объем, 50 литров. Сделан он из МДФ, размер 38 на 38. Эко-кожа, ПВХ и ткань. И здесь фото всех вариантов. Но у нас в магазине я вижу только черный вариант. Очень выгодная цена, 800 рублей. Кожа матовая. Давайте посмотрим, как он выглядит еще внутри. Достаточно большой объем. Сюда, наверное, поместится одно одеяло и подушка. Следующий товар, который меня заинтересовал, это термопояс для похудения. Вот так он выглядит в упаковке. Состоит он из трех слоев. 10% лайкра, 80% неопрен и 10% нейлон. Размер его 110 на 20 сантиметров, максимальный объем талии 120 сантиметров. Он обеспечивает отличную теплоизоляцию, осуществляет микромассаж кожи. Таким пользуются для поддержания формы многие известные спортсмены мира. Вот так он выглядит. Здесь липучка. И сам он красного цвета, мягкий, с другой стороны синий. Сделан очень прилично, аккуратный. Стоит всего 270 рублей. Всем известно про пользу ходьбы и тем более с вот такими палками. Это алюминиевые телескопические палки для скандинавской ходьбы. Стоят они 585 рублей. Так выглядят. Покажу поближе, как выглядит ручка и ножка. В общем, удобные, мне кажется. Раздвигаются они до 2 метров. Здесь есть вот такие плетеные стулья-табуреты, вот такого бежевого цвета, чуть темнее коричневый, и посветлее, прям совсем молочного цвета. Стоят они 205 рублей, высота 45 сантиметров. Светленький бежевый стульчик стоит 220 рублей. Сделан он из пластика и материал не содержит бисфенол А.
Вот такие шикарные большие корзины с ручками из очень прочного пластика, который тоже не содержит бисфенол А. Очень удобные для хранения. Сделаны они в Республике Татарстан и стоят 200 рублей. А корзинки размером поменьше, точно такое же плетение, стоят всего 140 рублей, размер S. Покажу, как они выглядят рядом или вот так внутри. Огромное количество наполнителей для кошачьих туалетов. Называется Котофей гигиенический. Вот такой милый котеночек. 100% природный, не прилипает к лапкам, нейтрализует запах. 8,1 килограмма, 9 литров. А влагопоглощение 14,5 литров. Стоит такая упаковочка 220 рублей. Есть еще Котофей, который называется древесный. 6 килограмм и поглощает он 18 литров. Также стоит 220. А этот, видимо, специально написано для кошечек. Также стоит 220. Видимо, между ними есть разница. Есть еще упаковка поменьше. 5 литров стоит 50 рублей. Нашла здесь целый бин с пледами и решила вам показать. Вот такой приятный большой плед. Называется павлина. Покрывало даже. И размер у него 150 на 2 метра. Приятный, хорошо тянется, толстенький. Края обработаны хорошо. Стоит 496 рублей. Размер побольше, 2 на 2 метра, стоит 595 рублей. Здесь также продаются комплекты постельного белья. Натурель. Девочки, из 100% хлопка. Сделаны они в городе Иваново. Вот так выглядит расцветочка. Но я так понимаю, что это бязь. Вот этикеточка и что входит в этот комплект. Пододеяльник одна штука, простыня и наволочка 70 на 70. Расцветка приятная. Есть еще вот такой вариант и вот такой ярко-желтый. Полутораспальный стоит 910 рублей, двухспальный 1050 и евро стоит 1190 рублей. Нашла еще вот такой классный комплект. Посмотрите, какая шикарная расцветка. Тоже суперски. Да, и это бязь. Девочки, нашла очень классное полотенце. 70 на 130. Называется люкс. Посмотрите, какое качество. Супер. И 420 грамм. Стоит всего по 200 рублей. Цветок очень много. Есть и светлые, голубые. И вот желтенькие приятные. Как раз сейчас мне очень нравятся. Вот такие голубые, бирюзовые и синие. В общем, выбор большой. Класс. Большие, огромные полотенца. Написано Клинели. 70 на 130. 395 рублей. Тоже обалденное качество. Вот, показываю. Донецкая мануфактура. Клинели. Город Донецк. Еще мне говорили, что очень выгодно покупать корм для животных. Здесь есть вот такая Purina One. Активная поддержка природного иммунитета кошки. Для кошек с чувствительным пищеварением. С высоким содержанием индейки и рисом. Видимые улучшения за 21 день. Объем здесь 750 грамм. И стоит эта упаковка ниже, чем во всех других магазинах. Всего за 175 рублей. В два раза дешевле. Есть большая упаковка Purina Darling. С витаминами и минеральными веществами. Без добавления искусственных красителей. Эта упаковка 2 килограмма, стоит также дешевле, чем везде, всего 210 рублей. Набор губок для посуды, кружева, 5 штук, стоит 26 рублей. Набор губок салфеток, 3 штуки, 15 на 15, из целлюлозы, стоит 30 рублей. Классные прищепки, называются Дельфин, 24 штуки, стоят 46 рублей. Большой объем, это Ленор суперконцентрат, 4 литра, скандинавская весна. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. 200 рублей. Аленор тоже скандинавская весна. Чуть поменьше объем. 2 литра. Стоит 180 рублей. Выгоднее, конечно, брать вот этот большой. Здесь также есть вот такой сорти колор для стирки с ручкой, с колпачком. Удобный. Стоит он 150 рублей. Две бутылочки персила стоят 770 рублей. Объем 2,19 литра. Большая мега упаковка. Это Ариэль Колор. Насыщенный цвет. 9 килограмм. Стоит 640 рублей. А для любителей лоска здесь есть также большая упаковка. Колор 6 энзимов. Для 40 стирок. Объем 6 килограмм. Стоит он 380 рублей.
Какой-то новенький пятновыводитель, отбеливатель для цветного белого белья, белизна. Oxy Power. Стоит 50 рублей. Есть вот такой интересный, без хлора, с активным кислородом, Mr. Des. Отбеливатель, пятновыводитель. Экологически чистый продукт. Здесь его 800 грамм, стоит он 60 рублей. Девочки, если у вас есть свои комментарии по поводу этих товаров, вы уже пробовали и пользовались, обязательно пишите в комментариях, чтобы другие зрители могли покупать эти товары. Здесь также есть мыло Safeguard, 125 грамм, стоит оно 40 рублей. Нашла вот такой шоколадный шейк, это скраб для тела, нежный пилинг, который омолаживает и подтягивает кожу. Здесь объем 250 грамм, в составе есть природная соль, кукурузное масло и еще несколько там компонентов. В общем, он стоит 55 рублей. Есть еще черное густое мыло для бани и душа, роскошное питание. Есть в нем масло ши, стоит оно 95 рублей. Очень выгодно покупать вот такие ватные палочки, здесь их 400 штук, стоят 37 рублей. Вот такой набор для очистки одежды, роликов, две штуки в комплекте запасных, стоит 80 рублей. Швабру здесь также выгоднее покупать, смотрите, она здесь с насадкой. Ворсовая. Стоит она 165 рублей. А фиксия она стоит 200. Вот такая полка для обуви, которая называется «Рыжий кот». 5 ярусов. Выдерживает 15 килограмм. Стоит 245 рублей. Хозяйственная тележка, сумка с колесами, вот с такими. Металлическая ручка, все аккуратно. Стоит 320 рублей для тех, кто не хочет носить тяжести. Есть еще вот такие большие кружевные корзины с крышками. Они стоят по 330 рублей, 40 литров. Цвета в ассортименте. Овальные тазики, 18 литров, 100 рублей стоят. Есть салфетки для автомобиля по 45 рублей, 70 штук. И вот такие еще с клапаном, которые называются Top Gear. 45 штук, 56 рублей. Еще какой-то компрессор автомобильный, стоит 420 рублей. Выгодная большая упаковка МакКофе капучино Дито Рино. Каждой пачечке идет вот такая маленькая упаковочка шоколада. Общий объем 510 грамм, стоит всего 200 рублей. Большая экономичная упаковка Nescafe Classic, свежий вкус и аромат. Здесь 500 грамм, стоит в два раза дешевле, чем во всех магазинах. 320 рублей. Также есть золотой кофе Nescafe, создан с арабикой. Помол в 10 раз тоньше. Стоит оно также дешевле, чем везде. 450 рублей. Полкилограмма. Очень известные популярные семечки от Мартина. Отборные. 200 грамм. Стоит 73 рубля. Вот такое дрожже морской россыпи. Внутри изюм. Очень круто выглядят. Стоит 500 грамм, 70 рублей. Есть еще вот такая упаковочка, жареный арахис со вкусом васаби зеленого цвета. А есть со вкусом мексиканского соуса. Стоит по 80 рублей, 400 грамм. Это ярче, которые везде также стоят дороже. Здесь упаковка 1 килограмм, стоит 150 рублей. Еще появился новый жевательный зефир маршмеллоу «Азовчанка». Его можно добавить в горячий чай или кофе, пожарить на костре, использовать для украшения и приготовления выпечки. Такая упаковка стоит 95 рублей. Конфеты «Золушка» с какао от Essen. Упаковка 1 килограмм, стоит 230 рублей. Также популярные конфеты «Крокант» 1 килограмм, стоит 230 рублей. Вот такие симпатичные упаковочки дрожжи, белочка, коровка, медвежонок и панда. Стоят они по 90 рублей. Шоколадная, молочная, ореховая и кремовая, 150 грамм. Всего 4 варианта, и вот так они выглядят в упаковке. Хороший подарочный вариант. Есть известная всем Милка. Печенье Супер Сэндвич, глазированное, 0,5, 90 рублей. Первый раз вижу такую вот шоколадную пасту арахисовую, 100% натурально, 250 грамм. Стоит 155 рублей. И покажу подробнее состав. Есть детское питание. Фрутоняня, яблоко натуральное, 250 грамм, 33 рубля. Многие хвалят вот такую фрумку, фруктовый салатик. Яблоко, груша, персик.
стоит оно 19,90. Объем 100 грамм, производит город Майкоп. Вот такой нектар малышам, яблоко-персик. Без красителей, консервантов, стоит 20 рублей. Вот такие еще супер-сэндвичи со вкусом сгущенного молока. Стоят они 90 рублей, 0,5 килограмма. Мой любимый рахат-лукум, ароматный, от Тимоши. Здесь стоит 500 грамм, 50 рублей. Друзья, это все, что я хотела показать вам на сегодня. Пишите свои пожелания в комментариях, что снять для вас подробнее. Пишите в комментариях, чем пользуетесь вы, что покупаете. Я буду рада, и другие мои зрители тоже. Желаю вам отличного настроения, удачных покупок в магазине «Светофор». Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Купила, девочки, я кое-что на тестирование в Маяке. Гипермаркет низких цен. Находится он на Орской, 31. Есть еще в Новочеркасске, вот адрес, в Нальчике, в Майкопе, в Грозном, в Волгограде, в Волжском. Вот два даже магазина. В Ленинакане, в Астрахани. Режим работы с 9 до 21. Вот и адреса. Можете почитать, посмотреть. И по моим видео проходите и покупайте.